Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Дильман, я живу в городе Аусбург, Германия. Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о школе разножанрового пения, а именно о школе импровизейшн Ирины Цукановой. В свое время я приобрел курс у Ирины, он так и называется, курс 24. Этот курс предназначен для вокалистов и педагогов, которые хотят обучать людей вокалу. Я работаю в студии и последние годы практикуюсь на записи вокала. За это время ко мне приходило много людей, чтобы записать свой голос. У меня хороший слух, и я могу сразу услышать, если человек поет фальшиво или неправильно. Иногда бывали случаи, что я не мог объяснить человеку, как правильно спеть. Вроде как бы и понимаю, слышу, а объяснить не могу. Так чем же помог мне этот курс 24? Я приобрел дополнительные инструменты. Какие же это инструменты? Я узнал, как устроен аппарат вокалиста. Узнал, как правильно вдыхать, и еще важнее, как правильно выдыхать воздух. Ведь правильное дыхание – это залог успешного пения. Я узнал, какие регистры существуют, различные приемы, нужные распевки. Ирина преподносит абсолютно практические знания, которые она приобрела за все время своей вокальной деятельности. И этим она делится на курсе. Теперь, когда на студии человек неправильно поет, я могу ему объяснить и подсказать. Так что, как вы видите, курс предназначен не только для вокалистов и педагогов, он также пригодился и мне. И я считаю это хорошей инвестицией. Если вы все еще в поиске или раздумье, то школа импровизейшн Ирины Цукановой будет для вас лучшей инвестицией для вас и для вашего голоса. Так как Ирина все это преподает, подсказывает, обучает, это просто фирма. И вы никогда не пожалеете о своем решении обучаться в этой школе. Ну а пользуясь случаем, я хочу передать большой привет Ирине и Артуру, сказать им огромное спасибо, вы большие умнички. Я вижу, как ваша школа растет и процветает, и поэтому желаю вам дальнейшего процветания и творческих успехов. Всего вам хорошего. Пока-пока.